Всем привет! В этом видео хочу законсервировать перец для фаршировки. Итак, я перец почистила. Сейчас залью его кипятком на 10. Консервирую в 3-литровом бутле. На дно ставлю горошек, лавровый лист. И дальше перец так прижимаю хорошенько. Уже ему он не лопает, он мягенький, хорошо прижимается, чтобы побольше влезло в баночку. Вот, получилось у меня тут 20 перчиков. Можно, конечно, еще поплотнее, но на мою семью этого более чем достаточно. Обычно я всегда запекаю 15 перчиков. Ну, тут даже просто можно будет достать и съесть его. Он тоже очень вкусный такой, сам по себе, или в салатик добавить. Так, сюда надо 50 грамм уксуса, так сверху вот заливаю. Так, вот, ложка соли с горкой столовая. Сыпаем сюда. 50 грамм сахара. И обязательно на 3-литровую банку у меня, значит, 3 таблеточки ацетилсалициловой кислоты. Я жду, сейчас водичка закипит и будем заливать кипятком. Я уже закрыла. Сейчас надо будет накрыть чем-то тепленьким, подержать до завтра, а потом уже сложить в кладовку. Под видео я напишу рецепт маринада. Все, всем пока, всем желаю всего-всего самого лучшего.